Служба Отечеству, почетный долг и священная обязанность росгвардейца. Сегодня в управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесии состоялась церемония приведения к присяге сотрудников неведомственной охраны и ОМОН, прошедших первоначальное профессиональное обучение. На мероприятии побывал Алихан Лепшоков. Любовь и уважение народа, почетный долг и священная обязанность каждого из нас. В какой бы трудной обстановке вы ни оказались, какие бы опасности вам ни грозили, ничто не должно заставить отступить от священной клятвы. 28 сотрудников неведомственной охраны и двое из подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии прошли начальное профессиональное обучение. Сегодня они дают клятву, что будут исполнять все поставленные задачи и всегда останутся верны присяге и традициям. Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск Национальной гвардии уважать и защищать права и свобод человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным. Временно исполняющий обязанности начальник управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Эдуард Чумаев подчеркнул, что для ребят это знаменательное событие в их жизни. Пройдя все необходимые испытания, они получили основные профессиональные знания. И после этой присяги перед ними стоит высокая задача – служение Родине. Как сегодня помню, в торжественной обстановке также я принимал присягу. Но это было почти 3 десятилетия тому назад. Ну, традиции продолжаются. Также наши будущие, настоящие сотрудники начинают службу с этого. Это торжественный день, который, надеюсь, останется в памяти каждого принимающего сегодня присяги, и надеюсь, что они будут верны этому долгу. Мы будем стараться выполнять свои обязанности перед Отечеством, отмечают новые сотрудники управления Росгвардии по республике. Мне кажется, это вообще мужская работа настоящего мужчины. Конечно, безусловно, это очень нужная работа, защищать права других людей. Все, она безусловно нужна, и без нее никак в наше время, тем более сейчас. Для меня это очень значимо. С самого детства я хотел служить Родине. Вот и после срочной службы я пришел сюда, в неведомственную охрану. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.